зовут Артем. Я являюсь экспертом по недвижимости международной компании RES Property, марка номер один. Мы приехали в район Кистель для того, чтобы посмотреть шикарную виллу. Ну что, посмотрим? Вилла 5 плюс 1, 450 квадратных метров, имеет 4 спальни, 2 гостиные, 2 балкона, 2 зимние террасы и 4 ванные комнаты. Вилла оформлена в индивидуальном дизайне. Также имеется лифт для комфортной жизни. Гостиная и кухня полностью оснащена бытовой техникой и мебелью. Также имеется подогрев полов, камин. А самое главное преимущество данной виллы, что есть умный дом, где вы сможете технически управлять удаленно всеми возможностями данной виллы. Территория виллы включает в себя не только красивое ландшафтное оформление, но и богатую функциональность. На закрытой территории частного дома есть автоматические ворота, две крытые парковки для 5 автомобилей, баскетбольная и теннисная площадка, автоматический полив сада, открытый бассейн, закрытая барбекю-зона, оснащенная бытовой техникой, и уличное освещение. Вилла расположена в элитном районе Кистель. Район Кистель – это ближайший район к центральным районам Алании. Он сочетает в себе возможность уединения, красивые виды, обилие природы и ближайшее расположение к центру региона. Кистель славится чудесными пляжами, уютной набережной и знаменитой пещерой Дим. Пляжи в Кистеле песчаные, но есть и галечные участки. Они протянулись на 3 километра вдоль Средиземного моря. На набережной есть фонтаны, беседки для отдыха, детские и спортивные площадки. Обратите внимание, при покупке этой виллы вы можете получить турецкое гражданство, благодаря которому вы сможете открыть свой бизнес, получить медицинское страхование и посещать многие страны в безвизовом режиме. Вилла прекрасно подойдет как для постоянного проживания всей семьей, так и для сдачи в аренду и получения дополнительного дохода. Компания RES Property недвижимость в Турции предлагает все виды сделок. У нас есть бесплатный ознакомительный тур, виртуальный просмотр и также онлайн-покупка. С нами ваша жизнь станет намного комфортней. Мы делаем больше, чем обещаем.
нашем сайте rasproperty.ru 11429. Цена данной виллы составляет 1 миллион 750 тысяч. Но актуальную цену и описание вы сможете посмотреть в закрепленном комментарии под этим видео. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Rasproperty недвижимость Турции. Жмите на колокольчик, ставьте лайк и обязательно напишите в комментарии ваши впечатления и ваши вопросы. Мы с удовольствием ответим на них. До новых встреч! С вами был Артем Чуйко, эксперт по недвижимости в Турции.